Самый неравнодушный житель нашего округа Михаил Макаров сделал свой выбор. Он проголосовал на избирательном участке в школе номер 16. Это долг каждого гражданина. За это наши отцы боролись за право голосовать. Поэтому считаю, что это необходимо для меня. Напомним, 72-летний щелковец внезапно стал знаменитостью осенью прошлого года, когда остановил преступника и не дал ограбить мальчика. Евгения Корытько, Щелковское телевидение.